Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я хочу сделать обзор вот на такую вот шкатулку. Шкатулочка такая, довольно-таки объемная. Это мамины сокровища. Так, размер ее. Так, где-то 18 на 18 у меня получился. Так, вот здесь, значит, у нас что о ней хочу сказать. Сверху у нас ткань, текстиль, такая мягенькая. Снизу то же самое. То есть на ощупь она такая мягкая, приятная. С торцов у нас бумажка. Скраб-бумажка. То есть со всех сторон. Так, здесь у нас декорировано, значит, цветочками ручной работы. Такая рамочка объемная из жидкого пластика. Вырубка, цветочки, надпись. Такая пустышечка. То есть все в таком розовом девчачьем стиле. Здесь еще блестки. Вот. Закрывается на ленточку, на бантик, на такой кружевной. Так. Внутри. Что же внутри? Внутри у нас имя идет. Дальше здесь место для фотографии. Фотография вставляется в специальный порезе, размер 9 на 12. Здесь открываем. Так, здесь можно, конечно, еще одну фотографию вклеить, либо надпись какую-то сделать по желанию. Дальше здесь у нас кармашек с карточками, которые вынимаются. Так, сейчас я покажу. Меня зовут, я родилась, вес, рост. В общем, здесь всякие важные записи можно сделать про ребеночка. Когда я в первый раз стал держать головку, по месяцам график роста и веса. Также у нас по зубикам, когда зубики режутся и так далее. То есть вот таких несколько карточек, которые хранятся спокойно в этом кармашке. Да, никуда не деваются, тоже в этой коробочке можно все сохранить, все памятные события о ребеночке, о малышке. Также вот здесь у нас 5 коробочек. Здесь мы видим надпись «Тест». То есть такой цветочек объемненький. А коробочка вот так вот открывается. Здесь специальные петельки я сделала. Открывается. И внутри можно разместить положительный тест на беременность, который мамочка, конечно же, сохранила. Дальше слепки. То есть здесь, знаете, такие продаются наборчики для того, чтобы сделать слепки ручки или ножки, или и ручки, и ножки ребеночка. То есть это как бы затвердевающий пластилин, ну, наподобие, куда ребеночку, значит, сначала он раскатывается в плоский какой-то пласт, и потом отпечатывается ручка, и через некоторое время это все затвердевает и остается на долгие года на память. То есть вот здесь коробочка открывается, здесь можно это все хранить. Да, можно ничего тут не вынимать, не дергать, да, там. То есть вот все здесь тоже есть специальные такие вот пипки, петельки. Да, вот здесь бирочка из роддома.
Все мы, конечно, все мамочки храним эти бирочки. Они иногда валяются по всему дому, где только не найдешь их везде, где и не ожидаешь. Да? Вот здесь вот можно все это удобненько положить в коробочку и сохранить. Так, дальше. Некоторые, вот, конечно, хранят первый зубик ребеночка. Вот молочный, который выпадет. Тоже все это здесь в коробочке, да, можно разместить. И локон, первый локон. Есть такая традиция, что в годик ребеночка либо постригают, либо обривают на лысо. Ходит поверье, то, что это способствует улучшению роста волос и качеству вообще волоса самого. Волосы после этого зачастую меняют цвет и свою гущину, становятся гуще. То есть считается, что первые волосы не настоящего ребеночка. А после вот такой процедуры они вырастают настоящие. То есть если беленький ребеночек, потом вырастают черные волосы. Если черный, иногда белый и так далее. Иногда не меняет, конечно, цвет волос, но зачастую меняет. Вот так что вот есть такая традиция. И вот эти волосы тоже говорят, что нельзя выбрасывать, их нужно хранить. И не знаю вот достоверно, с чем это связано, почему нельзя выбрасывать, не сжигать, ничего с ними делать нельзя. Вот. А именно хранить, наверное, чтобы лысым стал ребеночек, не знаю. Вот окончание этой традиции, то есть в связи с чем нельзя выбрасывать волосы, я не знаю. Но знаю, что волосы хранят. И вот в этой коробочке спокойно можно все поместить, потому что на самом деле волос-то не так много. Первые у детей как раз к году они начинают чуть-чуть отрастать. Вот. Так что вот такая коробочка у меня получилась. Все сокровища в одном месте. Спасибо за просмотр.